Дыбящиеся развалины крепости пика Черной Скалы символизируют конец власти орков в освобожденном Азероте. Их прогнали с северных земель. Те воины, что остались от когда-то могущественной Орды, вновь собрались для того, чтобы стоять до последнего за свой главный бастион — Великий Портал Тьмы. Теперь, когда главнокомандующий Лотар Бёрн на вас возлагается ответственность вести войска Лордерода к их победе над Ордой, победе, которая будет окончательной лишь с разрушением самого Портала Тьмы. Все, ребята, последняя миссия за Альянс. 14-я по счету. Надо уничтожить сцену Портал Тьмы, откуда орки пришли из Дренора в Азерот. Такие дела. Так, у нас тут солдатики, эльфы всякие. О, не густо, не густо, батрачки. Так, шкипера, нет, рыцаря лучше. Да блин, чё ты тупишь-то? Одного высадим. О! Так, эльфы, здесь движуха будет повернута на воздухе, потому что орки будут посылать своих драконов. А драконы это, блин, мерзкие типы. Так, пойду гляну, что у них там. У них там, небось, вышки. Да, он ядрёный. Ой, бля, катапульта, сука. Зашибись, заваншоти. Ой-ой-ой, вот эти кораблики-эсминцы надо охранять. Потому что они по воздуху валят. Блядь! Ну, катапульты пофиг. Главное, вот это говно. Блядь. Пиздец, корабль потерял я. Ну, блядь, тупой линкор! Ой-ой-ой-ой-ой. Все, пошла моча. Все, начинаем вторжение по-быстрому. Ну, бля, эльфы, ёхаешь. Ну, стоят, тупят, давайте, маслайте, говно. Эльфов надо беречь. Потому что воздух будет. Так, все, я за батраками. Быстро, быстренько. Две лодки посылаем. Так, отставить. Вот сюда прыгать. Ху-ху-ху. Так, внутрь, вглубь острова я не буду проходить, чтобы эти бомжи не согрелись, потому что там, блин, дохера драконов будет. Милорд, вам требуется помощь. Да, капитан. Отправляемся в плавание. Так, все, давайте, батраки, будем жизнь налаживать. Ой, бля. Там укомплектовано. Так, 15 хп. Это понты. Все, давайте, гребите яйцами. Так, сразу хату строим. Хату и лесопилку. Потому что нужны вышки против воздуха. Бляха, стрёмно мне. Куда? Тихо, 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 ребятки, тихо. Да, вот здесь стоите. Баллиста где-нибудь вообще в конец идите. Так, тут какая-то табличка, он рук или чё, рок, блядь. Твою мать. Тихо, тихо, не надо бегать за ним. Дауны. Все, зашибись, строим вышки. О, рудник есть.
И, наверное, стрелы для эльфов, да, обязательно. Все, нормально, нормально. Немножко надо укрепиться здесь. Так, отлично. Блять, золота не хватает. Сколько тебе не хватает? 500. Блин, коцаны все у меня, чувачки. Солдатики мои. Сколько здесь? 17 косарей. Блин, маловато. Это вообще мало. Давайте все на золото. Так, давайте, честь защищаете. Все, и на холд позишене все. Не надо бегать за этими придурками. Так, эльфы второго левела, отлично. Ферма. Ой, блин, можно, конечно, линкор потопить. Он мне нахрен тут не упал. Я так и сделаю. Извините, ребятки. Ну так надо. Буль. Одна еда хоть освободилась. Так, 900-500. Да, делаем грейд. Ой, блин, да хера ферм надо. А сколько на ферме, я не помню, приносит? 5 или 10? 4? Не может быть. Это ж вообще виллы. Главное не агрить этих придурков, драконов особенно. Так, солдатик пускай магов и баллист охраняет. Так, 850. Давай ферму, ферму, ребята. Нужны фермы. Бляха, муха. Еще ферму. Так, еще вышечку надо, наверное. Да. Так, все, построю. Так, где-нибудь вот здесь. У меня эльфы третьего левела, отлично. Это 11 дамага, ну плюс 2, то есть. Так, еще, блядь, фермы не хватает. Давайте, мешок, тяни. Все, пошел золотишко таскать. Опа! Вот оно, вот оно. Давайте, ДПЕ. Блядь, дебилы! Не идем туда, ну да, мы стоим здесь. Ладно, давайте. С Богом. Давайте во имя света, уж рыцари сцаны. Боюсь. Четвертого левела, но они чисто как магии улучшены, а как воины нет. Блин, это жажда крови ихняя. Она, кстати, очень решает. Сюда. Так. Ну все, нормально, сейчас, по идее, уже вылажу. Еще вышечку хочу. Ну, где-нибудь вот, вот здесь. Так, 11 косарей осталось. Там огры остались. Сейчас этих огров накернем. Не-не-не, лес добывай. Все, нужен лес. 25 досок осталось. А, все, один огр остался. А как я узнал, потому что никто на него не кидает эту жажду крови. Бля, не надо филонить. Мне бы еще рудник бы. Было бы очень круто. О, 65 косарей, все, зашибись.
Бля, где-то еще один ог. Ёб твою. Отходим, пацаны. Ой, как режут. Блядь, воздух, шухер. Блин, у меня одни эльфы остались. Охереть. Пускай лучше в вышке гасит. Потому что вышки хоть починить можно. А эльфов нет. Не, ну можно хильнуть потом. Так, все, хорошо. Служим альянсу, это хорошо. Блин, у меня больше милишных этих солдатиков нет. Блять, мансуйте, ребят. ДПС. Молодцы. Так, все, ферма есть. Все, пошел батраков. 7 царей. Надо же делать солдафонов каких. Сейчас тут вышку построю. Вышки решают. Драконы, они медлительные. Покуда там развернуться туда-сюда. А вышка им уже накидает. Блять, кто? Как ты стал? Неудобно. Закидали говнюка. Вообще мне вот этот транспорт уже нахер не нужен. Поэтому можно уничтожать его смело. Сколько? 5 косарей. Все, ладно, строим казарму. А мне досок не хватает. Фу, все, доски есть. Чисто, наверное, блин, тут надо идти в эльфов, походу. Потому что... блять. Откуда? А, ё-мо, я уже испугался. Это она у этого сагрилась, в здании. Я думал, дракон прилетел. Ну, неприятные, бля, против драконов. Они как бы огнем валят. И нескольких чуваков, кто под этот огонь попал. Батраки вообще ложатся, бля, там чуть ли не с ваншота. Можно подвести баллисточки. Так, построим-ка мы вот эту залупу. Блин, что так далеко? Ну-ка, ребятушки, ну нахер так вот делать-то? Отступаем. Не-не-не. Вот этого расстреливаем. Вот так вот потихонечку мансуем, мансуем. Блять. Вышку надо еще не спасать. А эльфы дохнут. Ребята, как вы достали меня. Чиним, чиним вышечки. Так, надо же дворец сделать.
Да, вот эльфы пригодились, блин, все-таки. Сейчас рудник тю-тю. Так, это строится, отлично. Где? Херня они вызывают. Бля, там три дракона. Маги, маги. Ладно, маги, это херня все. Бля, промахнулся. Ё-моё! Чё, он сдох? Бля! Лучники, вы дауны! Да чё ты носишься, как олень? Пошёл валить, говно это летающее. Бля, всё, золото в говне у меня. На нас напали! Бляха-муха. Убейте вы дракошу. Жесть какая-то творится. Да, тут они... Бля, маг этот, бомж пришел. Ёп твою. На город нападаю. Да чтоб ты сдох. Умри и разложись. Бля. Фига себе, как оно дамажит. Быстро, быстро, недостающие вышки надо строить. Откуда? Блять, эльфов строим нахер. Петушары, бля. Чё, боитесь подойти? Они всю ману... Ой, хорошо! Блин, сцены магии. Как они меня бесят. Фига себе, бля, своего убили, дебилы. Давайте, давайте, по КД. И все на золото, бегом. Все, зашибись. Как-то, блин, вытащил. Все, магов убили, а ну, воздух у меня, от воздуха защита такая, не очень. На троечку. Так, вот это не лучше. Блин, ноль голды у меня. А, вот это не улучшено, все. Все, зиги все улучшены. А, вот еще не улучшено. Давайте, пацаны. Вот это обязательно надо. Блин! Козел! Не, ну это уже свинство. Тихо, не идите туда. Да дебилы, не идите туда. Ёб твою. Один сдох. Ну лети ко мне, чё ты? Сосцал? Чё такое? Давайте, камон. Все, сейчас на вышке мы нахлопнемся. Вы за золотом, быстрее. Под шумок этот. А-а-а!
Жесть какая-то творится. Блин, быстрее чини. И ты эту чини. Вышку вообще надо беречь. Чинись. На город нападают. Откуда? А, фигня. О, как пошло. Мочилово. Со всех щелей, блин. Олени. Давай, чини, чини, пацаны. Так, эльфов надо все-таки. Надо еще один рудник где-то родить. Как они меня достали, ребята. Сколько? 1500 надо? Это сдохнет сейчас. Так, где-нибудь с краешку. Чини, чини. Не стоим. Так, все. Конюшня есть. А, у меня кузницы нету, блин. Это херово, блядь. Это опять в дерево я просел по дереву. А им 50 надо дерево. Ладно, сейчас футов надо... А, не, надо вертолет построить. Точняк. Ага, не хватает. Мы все бутылочки. Да сколько у них этих драконов с цами? Давайте расстреливайте говно, блин. Какие будут распоряжения? Молодец, сфидил, блин. Бомж. Батраки сваливаются под вышки. Ой, блин, как он... Не, ребята, вы реально уймитесь уже. Да, ну давай, согрись на меня, да. О, давай к вышкам лети, олень. Конец-то. Обоссанные драконы. Я буду проклинать их всю жизнь, блин. На город нападают. Бля, батраков нету. Когда уже эти набеги кончатся? Достали. Херово, что у эльфа броню нельзя улучшать. Все, пахать быстрее на рудники. Тут бы так вышечек, так штучки три понатыкивать. К вашим услугам. Блять, замок я хер когда построил. Работу, да, делаю. Будь сделано. Да, пошел работать. Все на рудники. Милорд? Что такое? Опять?
Блин, давайте, давайте, работайте. 51 косарь. Так, что нам надо? Дирижабль надо. Бляха му. 1000 евро. Ну вот нахер такие цены делать? Куда они так топят? Кажется, утихли эти драконы. Надо быстрее развиваться. Все отлично. Все, все, эльфов. Бляха, муха. Откуда? Сука, так и знал, что надо вышку построить. Блять. О, о, давай, давай. Ну что ты на вышку не полез? Лапать. Ёбаный оттуда. Блин, два прилетело. Ой, дауны. Что, они вышки эти будут херачить? Эльф, что ты боишься? Давай. Бля, еще один, ёб твою. Вот ты сразу, вот ё-моё. Пиздец какой-то. А, ты Холокост это называется. Ну сдохни ты, дракон, сцаный, обоссанный. Все, наконец-то сдох он, тварь это. Паскуда последний. Напряжен, напряжен. Давайте вышки. Никак. Где-нибудь здесь. Главное, со всех щелей лезет. О, опять. Ну вот. Дай ты мне поразеваться. Олень. Куда ты зашел? Я специально сюда, чтобы под огонь не попал. Ой, блин. Давайте, давайте, ребят. Ёб твою. Да чтоб вы реально обосрались. На меня иди. Ясно. Сейчас он наткнется на вышке. Тут реально я деньги просираю чисто по вышкам. Все, вырубили лес. Рубайте, рубайте, ребят. Так, батраков закажем. Все на рудники пойдут. Все, эльфов надо клепать. Просто, бля, не знаю. Не знаю, как я вытащу. Опять, что ли? Это херня. Надо где-то здесь вышку. То она одна одинокая тут. Там херня уже.
Блять, 44 тысячи. Вот 10 тысяч я просто в говно потратил. Реально. Блять. 500. Фу. Еще надо стену просто из этих башен выставить. И все. Так, это делается нормально. Блин, все прессует и прессует. Эльф сколько? 500? Надо потихонечку штамповать. Так, а сколько мне школы эльфов открыть? 1500. Да хера. Все, нормально. Вроде пошло дело. Откуда, где? Ну, покажите. Херня. Вот быстро все уже. ДПС хороший пошел. Все, сейчас надо школу эльфов открыть, этих лучников. Будет нормалек. И рудник бы еще какой найти. Не-не, я не пойду пешком. Лучше построить дирижабль этот. Так, все, строй летальщика этого. Сорок косарей, бляха. Мало. Ваше благородие, по вашему приказанию. Да, иду, служу альянсу. Служит он альянсу, собака. Ваше благородие, по вашему приказанию. Так, сейчас эльфы, бляха, ёпта. Опа, вот этого бомжа сразу кикаем. Скотина. Кольцо смерти на меня кастанул, падла. Херачим. Не, херо вообще дамажит, блин. Было столько эльфов. Этот говнюк кольцо смерти кастанул. Да задолбали вы, ну... Аааа, на нерву! На город нападали! Вот бомж, я ж тебя накажу. Ты сам себя наказал. Олень. Давайте мне рудник, суки. Еще ничего нету. О, огры. Вот восьмого левела они уже раскачаны. Рудник охраняет стопудово. Вот тут пехоту надо. А где рудник ваш? Да, вот он. 70 косарей. Надо выносить это дело. Напали! Ой-ой-ой, нахер подрывников. О! Бляха, там и огры, и всякая шушера.
А вышек нет. Слушай, повинуйся, слушай, повинуйся. На нас напали! Иду. Иду. Бля, эльфы такие тупые. О, школу надо открывать. Сейчас у меня будет пехота, рыцари и шиману. Надо рудник отбивать. А вот еще один, кстати. А, я знаю, как его достать. Подрывниками взорвать это говно все. А может, какой обходняк будет? Нет, не будет. На город нападают! Давайте, давайте, вышки! Сколько косарей? Бля, 15 тысяч. Не знаю, подрывники стоят этого, не стоят. Мой повелитель. Где уже Махач? Так, все, эльфы у меня уже стали крутыми. Дальность, меткость, урон плюс 3, вот это надо делать. Блин, только до хера бабла, 2500. О, еще один прилетел. На нас напали! А подрывник сколько, блин? Ну, до хера. С одного раза ж я не взорву. Ох, не туда, сюда, хорошо. Надо пробовать. Да, работа окончена. Тут, бля, еще два где-то. Это минимум надо. Долбать. Не, не стоит это делать. Алис, ты куда ты едешь? На нас напали! Мой повелитель. А, буду ломиться. Восьмой левел. Блин, они еще кастанут эту. Жажду крови, блин. Батраки мои потихо умирают. У них вышек тут нет, это хорошо. На город нападают! Так, что у меня? Пять, так, все, осталось сколько? 2400. Еще работает! Да, может так попробовать махануть? Ой. Нет, мало, мало, надо больше чуваков. Там еще штроли эти, блин. Еще мечи бы сделать. Сейчас подкоплю чуть-чуть. Подкоплю. А, 2400, блин, дохера надо. Готов служить, ваше высочество. Сейчас попробуем этим зергом напасть, блин. Ох ты! Вот тебя тут не хватало, реально. ДПС вообще говно. Пошла разведка. Бляха-муха. Раз, два, четыре против... Прихероза. Мне кажется, они мне тренды дадут. Или грейд подождать. Хуже ждать. Сейчас попробую согреть. Назад, назад, назад.
Все, вклинивайся, насрать. Глубины жирные. На нас напали! Бля, все, отходим, отходим. Блин, еще и дракон. Ну я уйду от него. Куда вы по лесам каким-то бегаете, дебилы? Да. Уходим нахер. Блин, дофига народу полегло у меня. Что пожелаете вашему приказанию? Работа окончена. Что пожелаете? На нас напали! Так, что у них осталось? Тролли? Тролли 5-го левела тоже, охренеть можно. Ух ты, блин, шмаляет по жести. Но мне рудник этот нужен, это как ни крути. Все, 5-го левела. Драконы эти. Вот если бы не налеты драконов, было все очень хорошо. Ах ты, ну вот. Назад, назад, крышка. Все, валим. ДПС. Блин, если я воруюсь, мне троллишь наваляют. Больше кнайтов. Блин, давайте все под вышками. Ну-ка, один тролль. Ой, я катапульты, наверное, с собой потянул. Да. Ты по дереву просил. На нас напали! Кто меня валит? Не понял, хер. Опа, у меня леса что ли нет? Блин, у меня леса нет, охерели. Тут чуть-чуть есть. А ёпты, вот. Я думаю, кто это валит? Ладно, пошли потихо. Жду ваших приказаний. Жду ваших приказаний. Защищаю вашу именем господин. На нас напали! Еще давайте вклиниваемся. На нас напали! Катапульту сразу. Бля, там образ, суки. Помогайте, помогайте. Сука. По всем фронтам. И воздух, и это, и то. Все, кажется, взяли. Где этот огр? Сука. Лупим. Так, сейчас у них огров не будет. Дело на
сделано, Стив! Будет сделано, Стив! Сука, ну вот откуда бомж прилетел? На рудник мне бабла хватит хоть 800, леса может не хватит. Так, эльфы, сцаны обоссанные. Плюс 3, давайте, урон плюс 3, хер с вами. Давайте ферму уничтожаем. Кто? Где? Огр. Убиваем нахер. Все, эту я делянку, походу, захватил. Бляха, мне ж надо... Лес? Леса нету. А без леса херово. Ребята, реально. 450, ладно, вот будет вам лес. Работа окончена. Все, нормально. Так, что у меня эльфы крутыми стали, да? Отлично. Что, помогаем ему строить, быстро все на лес. Бляха, у меня столько батраков мало. Перебили, сволочи. Отлично, ребята. На город нападаю! Отлично, отлично, давайте. Кто где? От сволочь! Эльфы! Обостыши, давайте. Кстати, эльфам дальность тоже неплохо. Блять, нет, пока бабла нет. Давайте, навалитесь. Бля, без эльфов я не удержу этот. Эту херню всю. Блять, ну куда ты летишь, придурок? Я реально не вытащу из-за дерева, блин, тут дерево вообще понты. О! Бля, куда вы идете все? Вот тут еще какой-то лес хороший. Нормально. На нас напали! Сука. Бля, сколько у вас тут? На нас напали!
Ой, как вы медленно идете, ё-моё. Что вы желаете? На нас напали! Да, защищу альянс, да. Все, перебили моих лесорубов. Что вы желаете? На нас напали! Иду. На нас напали! Ой, блин. Защищаю вашу честь. Что вы желаете? Да. Слушай, это жесть, ребята. Так, тут где-то дракон летал. Вот он. Да вот сюда идите, куда вы этот лес обходите, да вы. Тупые эльфы, давайте. 1488, зацените. На нас напали! Да, по вашему приказанию. Бля, там летает бомж. Не, реально уже достали. Миссия каличная. Стоп, пацаны! Вышки, быстро! Что пожелаю, давайте клепайтесь быстрее! Все, клепайтесь. 150. Сколько рудники? 4 косаря. Блин, а толку у меня вообще нифига нет. Давайте, дальность, нахер она нужна. Чё, толком ничего не сделаю. Так, все, две вышки есть. Полетели. Еще прудник, пацаны. Давайте, благородие. Ну и где ты, дракон? Сосал, что ли? Блять, вон он. Нет. Тут херач. Портал где-то вот здесь вот, в центре карты. Походу, я не помню. Так, сколько говно стоит? 800. Все, молодцы. Вынесли. Вообще, надо быстро строить мне замок и делать грифонов. Так, где ж он? Ох ты ж, бля, тут еще и говно всякое. А вот и портал тьмы. Блять, все в огне, все в дыму. Сколько здесь? 70 косарей. Отлично. Строим главную хату.
На город нападают! Опа, шухер! Так, а сколько стоит 1200 леса? В принципе, все одно. Блин, ну ты и застрял, олень. Вот, блин. Дикари. Да, пехоту тут нахер не нужна. Тут пехота нужна была, чтобы просто уничтожить вот эту херню. Ну, которую рудник охраняли, все. На нас напали! Блядь. Кто напал? Дракон? Опять? Нихера не понял. А, во! Блин, ну они заходят так по крысиному. На нас напали! Хер с ним, дальность. Так уж и быть. На нас напали! Крысы ордынские. Все, батраков нету здесь. Ну все, как-то надо фармить лес. Ой, блин. Еще двоих закажем. Блин, леса тоже мало тут. Хотя не, вот это должно хватить. Ну-ка. Ну и 70 косарей. Все, мне надо чисто этих грифонов. На нас напали. Да. Так, и что там зрение, да? Нет, пока не надо. Не, леса нормально, в принципе. Должно хватить. На нас напали. Ёбаный ты, компот. Что еще там? Что выживает, да, Альян? Хер с вами, уже апгрейдим. Ваше благородие, что выживает, Альян? Что выживает, да? На нас напали! Не, херовый ДПС. Ну давай, есть, есть. А, блин, нет, не надо, зря я. А, мне замок надо. 2500, все, панте осталось. Сир. 2500, вот, все, есть. А, 1800, сколько? А, все. Ой, блин, что я делаю? Отставить. Во. 1200 и 2500. Все, еще один мешочек принесут. Все, я замок делаю. А здесь построю этот, блин, золота не хватает. Будет чисто ремонтировать постройки. Где? Все. Да, просто будет такой ремонтник. И я иду в грифонов. На город нападаю. Это все. Пускай чинит здесь все. Так, все. И
Грифонятник, 1400, нормально. На город нападают! Ну, как они согрелись. Чуешь, скоро им жопа. Что пожелаете, вложу альянс. Вот очко у них и жмет. Надо два грифонятника строить. На грифонятник, этим грифоном тоже улучшение не делается. Что такое? Да не помню, сколько грифоны стоят. Бля, вот эту елки тебе срубаете, чтобы пацаны не обходили. Бля, что ты тут делаешь? Так, сейчас еще один надо. Обязательно. Все, зашибись. А может и три даже. Так, надо как-то сюда их. Так, сколько грифон стоит? А, он только золото стоит. Все. Отлично. Лес нам уже нахер не упал. Лес нужен только на ремонт. Что пожелаешь мне приказание? Две, блин, 2500 до хера. Вот я не представляю, что было бы, если флотом они высаживались. Это просто вилы были. Все. Ну все, 65 косарей мне должно хватить. А то будет вилы. Больше рудника нет у меня. Ну, только этот, Галимый. Все, строим первого грифончика. Блин, там же всякие маги, эти демоны. Ой, ну мне надо пачку. Это точно. Бля. А пускай валит, пофиг. На город нападаю! Где мой этот рабочий? Бля, локоть, сука, свело. Так, еще второго. Они еще строятся медленно. Ну, два есть. Все, нахер мне эти доски не упали. Все на золото. Давайте, братишки. Надо переломить это говно все. Я вот так в тыл зайду. Ну-ка. Так, один есть. Очень медленно строится. Ну, сейчас второй будет. Еще мешочек. Так, тут никак. Вот я так пролечу и так, опа, и сюда вклинюсь. На город нападаю. Ух ты, тихо, пацан. Ты стоишь так. А, бля. Хули он тут патрулирует? О, полетел куда-то. Походу ко мне, да. Где ты? Не понял. Странно. Там же маги ихние на острове. Они ж будут этот ветерок кастовать. Что пожелаете? Я по вашему приказанию. Так, сколько этот дредолет? 500. Нет, не надо. Надо медленно. Медленно добывайте, ребята. Так, три птицы. Тоже медленные, как жопа какая-то. Все, ударная сила, у меня грифоны. К
Какие драконы, они медленные. Вот откуда? А вот гад! А, облетел лес. Как они только грифоны его не увидели. Вот хитрожопые. Бля, эльф сдох. Фигово, когда эльф умирает. Блин, лишний дамаг теряю. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть. На город нападают! 50 косарей. Блин, мар. А ну-ка я сейчас полечу вертолетиком. Посмотрю, сколько дамаг у демонов. А, по-моему, не пишется. Да, не пишется. У противника херово. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, нормально. Так, надо тушить пожарчики. Может залететь уже? Но тут надо аккуратно, грифоны, блядь. Они коцают друг дружку. Бля, одного накидали одному. Бля, 6 штук маловато. Ту-ту-ту. Надо как-то красиво залететь. Ох ты! Они по воздуху гасят, эти жопы. Блядь. И за мной поплыли. Ну, говнюки. Все, сюда залетаем. И на hold position. Но это будет такая, второй отряд, как бы вторая ходка. Все, пошли, ребята. На нас напали! Давайте. Ой-ой-ой, подвихрить! Нормально, косим, косим. Блин, вот... Ёбаный, там еще и дракон. Очень фигово залетел. Ну как, часть-то я тоже уничтожена этих демонов. Ой, сука. Нормально сейчас. Юп. О, отлично, отлично, молодец. Хорошо. О, да. А, это не демон. Очень хорошо. Минус один, еще один. Ну все, там магия останутся, херня уже. А я на разведку. Блять, дракон патрулирует. Ёба. Надо аккуратно летать. Еще какой-то бомж прилетел. Так, что у них осталось тут из обороны? Кастуйте свои ветерки, дауны. Бля, еще до хера демонов. Оп. Два хп у пацана. Так, сколько демонов? Раз, два, три. Блять, дракон. Короче, три демона, четыре. Четыре демона, да? Получается. Ага, хорошо. Раз, два, так, четыре, пять, шесть. Можно еще шестерку отправить. Может, поодиночке попробую согреть этих демонов. Так, где мой страйбан?
Чё, сфизил? А, не, 50 хп у него. Тяжелая у него работа. Сейчас еще шестерку отправлю. Вот я бы этого рыцаря прожаловал бы в крестьяне. Пошел бы у меня на рудник. Вот эта вот скотина. Так, все, вторая вылазка. Так, 370. Блядь! Ой-ой-ой-ой-ой, лишний дамаг. По мне. Так, тут где-то дракон был. Блядь. Ну жопошники. Все, больше туда не летаю. О, убили мой этот дирижаблик. Блять. Сюда, сюда, сюда. Куда вы через этот? Идиотизм какой-то. Давайте все скинулись по дамагу. Стали херово. Все, огонь по этим гадам, сволочам этим. Нет, нет, демонов, демонов. Рубим демонов. Фух. Но они жесткие. Все, в третью шестерку строим. Блять, 4 осталось. Отлично, отлично. Демонов. А ты этого бомжа. Давай, фидани, фидани. Молодец. Все, все, все. Ух ты какой, блин. Да, и вот эту постройку нахер выносим. Вот видите, чуть-чуть задевают его. Ух ты. Так, 4. Все, рушим говно. О, долго они его будут рушить. Ну, блин. Кажись, все. Опа! О, как они очканули. Где мой благородный? Кстати, всю игру вытащил вот этот крестьянин. Вот он сделал игру. Так, все, еще одна четверку запускаю туда. На город нападают! Мой повелитель. На нас напали! Так. Роботрак, я тебя спасу! Не-не, ты должен выжить. Все. Я тебя буду беречь. Потому что ты мой талисман. Ах ты ж гнида! Не заметил я. Так лоханутся. Пацаны, вы неграмотно. На нас напали. Бля. Коцаете ж друг друга, ё-моё. На нас напали. Пиздец. Видите, какой бред. Сука, ты галимая. Говнодракон. Бляй, ты тут. Давай, тебя уже завалим. На нас напали. Пол хп ему сбрить. На нас напали.
Так, где-то он строится, ребятушки. Так, главное, чтобы вот этот пацан выжил. Так, они друг друга не коцают, все нормально. Сука. Я тебя убью, тварь. На город нападаю. Все уже горит. Я уже одиночными их буду отправлять. Потому что тут уже, не знаю, блядь, согрелся, сука. На нас напали! Панте осталось. Все, все, дрогнул орда. Отлично. Полетел. Полетела пташка. О, вот это уже маззамес пошел. Это уже вилы. Не хотят, не хотят они умирать, твари. Ой, не хотят проигрывать. Бля, ты шо коцаешь, дебил? Вот этот коцается. Все, последний миллиметр остался. Давайте, ребятушки. Есть. Фу. Победа, ребята. Все. Маршал. Ох ты ж, блин. Отлично. Поднимается над развалинами портала тьмы, этого когда-то грозного напоминания о могуществе Орды. После долгой и яростной битвы вы стоите и наслаждаетесь пьянящим воздухом победы. Вы не спешите бросаться в погоню за горсткой орков, которые, желая избежать мщения, спаслись бегством в северо-восточном направлении. Вы даруете им жизнь, прекрасно понимая, что Орда сломлена навсегда, и что сыновья и дочери земли Азеротской снова полноправные ее хозяева. Все, ребята, спасибо всем за внимание. Игра пройдена. The end. Ёпта.